А что нам надо для эфира? Для эфира понадобится интересный, настраивающий на позитив джингл. Джингл — это короткая вставка музыкальная, чтобы настроить радиослушателей на положительный лад. Суток, дорогие друзья. Вот, наконец-то и завершилась наша рабочая неделя. Спешу поздравить вас с пятницей. Всем хорошего настроения. Человек, у которого есть любовь в его горячем сердце, открыт к людям. Он добрый, справедливый, отзывчивый. А человек, который потерял, безвозвратно утратил свою веру, становится черствым. Друзья, помните, пока в нас есть вера, надежда и любовь, мы неуязвимы. У меня никогда нет заготовок, и я записываю прямо сразу на диктофон, немножко обрабатываю и выставляю.